Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Дерешевська. Без якого кольору немає свята? Ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І з'ясуємо, з чого почалась освіта на нашій землі. Якщо нет білого цвіту, то нет праздника. Появился белый цвет, появился праздник. Это десятинная церковь. При ней была открыта первая в Киевской Руси, тем самым и для Украины, Беларуси и России, первая школа. В Николаеве есть очень интересные пни, и мы их не замечаем, не обращаем на них внимания. Это потрясающее духовное сокровище Украины. Каждый регион имеет свой характер, выраженный в орнаменте. І сьогодні, друзі, ми з вами ближче познайомимось з цією духовною спадщиною разом з нашим героєм, майстром і істориком Леонідом Шкарубою. Під час зустрічі з Леонідом Михайловичем ми вивели девіз «Кожній людині по пню». А навіщо? Почуємо зараз. Є майстри, в руках которых даже пни и коряки превращаются в произведения искусств. И сегодня мы хотим познакомить вас с таким мастером, который глянет на пень или на корягу, и вдруг из этой коряги получается что-то совершенно невероятное. Вот, кстати, этот мастер, Леонид Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Взаимно. Леонид Михайлович, у нас очень красивый город, я думаю, вы согласитесь с этим. Да, конечно, особенно нынешняя осень была такая пышная, и долгая, длительная, и пышная. Красота. Красота, но красота не закончилась, а она продолжается. И вы вносите свой вклад в эту красоту. Друзья мои, посмотрите, вот пень, видите? Вот, ну, казалось бы, просто пень, но его коснулась рука мастера. Леонид Михайлович Шкарубы. И посмотрите, во что превратился этот пень. Леонид Михайлович, будьте добры. Вот как вы идете, просто смотрите пень, а дальше что? Кстати, в Николаеве есть очень интересные пни. И мы их не замечаем, не обращаем на них внимания. Самые красивые пни, по-моему, это пни, пни акации. Я люблю давать вторую жизнь пням, корягам, сухим деревьям. Ну вот, например, привезли сюда на территорию коллегиума несколько, то ли коряк, то ли пней, это не имеет значения, в мое распоряжение. Что я сделал? Вот, пожалуйста, вкопал сюда. Здесь очень уютный, уголок. Дети, кстати, проходят мимо на вторую площадку заниматься всякими спортивными делами. Две скамеечки. Летом здесь очень интересно, но не менее интересно в другое время года. Издалека, если посмотреть, ну, это стилизовано солнцем. Один из моих любимых сквозных мотивов всего творчества. Причем, что интересно, казалось бы, день такой сумрачный немножечко, и света не хватает. А вот телезрители, смотрите, солнышко улыбается вам и говорит, что я ненадолго спряталась за тучей. О, а зимой, когда все покрыто снегом и светит солнце, такое яркое цветное пятно. И вот еще один пень, дорогие телезрители, он здесь скрыт, он под березой отдыхает. А посмотрите, как красиво. Под березкой. Ящерица, вот фигура ящерицы очень удобна удобно, если ее размещать на пне, на коряге. Она подчеркивает вертикаль, и в то же время она извивается, то есть какая-то разнообразная форма. Но я не могу обойтись без ромашки, моего любимого цветка. Сова, символ мудрости. ММК, Миколаївський муниципальний колегіум. И те, кто здесь учатся, просто у них нет шансов другого, чем быть мудрыми. Да, конечно. Но это еще не все, потому что сейчас мы с Леонидом Михайловичем пойдем дальше, и вас ждет еще очень-очень много интересного. Скажем до свидания этим работам, скульптурам и пойдем дальше. Друзья мои, но не до свидания вам, потому что пойдемте с нами, пойдемте.
Совершенно неожиданные вещи открываются нам, когда мы входим в Николаевский муниципальный коллегиум. И посмотрите, телезрители, вот что мы видим, такое потрясающее совершенно панно, которое тоже принадлежит руке нашего героя Леониду Михайловичу Шкарубе. Здесь написано «Десятина церкви». Леонид Михайлович, будьте добры, в честь чего это панно? Сергей Михайлович Сечко, директор коллегиума, как-то предложил подумать над оформлением холла таким образом, чтобы были понятны истоки образования, истоки, откуда есть пошла наша система образования. Но для меня, как для человека, который знаком с историей, искусством и литературой Древней Руси, проблем не возникло. Это Десятинная церковь. При ней была открыта первая в Киевской Руси, тем самым и для Украины, Белоруссии и России, первая школа. Ну, сама Десятинная церковь не сохранилась, но я немножко знаком с архитектурой Киевской Руси, выбрал наиболее подходящий, с моей точки зрения, вариант реконструкции. Он был выполнен Юрием Асеевым. Материал сосна. Почему красноватого оттенка? А дело в том, что вот сейчас 17-18 век сильно исказил облик первых церквей и построек Киевской Руси. Если показать кому-то рисунок, какой была, например, Киевская София, древняя, архаичная, и сравнить с тем обликом, который она получила позднее, то это две громадные большие разницы. А мне нравится вот та архаичная, первичная архитектура. Церкви строились из плинфы. Это широкий плоский кирпич красноватого оттенка. Вот, пожалуйста, красноватый оттенок. А крыши были свинцовые. В данном случае тоже свинцовые серые крыши. Леонид Михайлович, вы знаете, он как историк, он не терпит никаких совершенно искажений и всегда во всем придерживается исторической точности. А еще в мастерской, там внизу мы знаем, готовится еще один совершенно потрясающий, как триптих просто. И давайте сейчас спустимся, друзья мои, и посмотрим, что там такое в мастерской. Пойдемте. Сейчас мы заходим в мастерскую, где Леонид Михайлович вот на этой доске ваяет вторую часть вот того триптиха, который мы только что с вами видели. Леонид Михайлович, совершенно потрясающе. Друзья мои, на ваших глазах рождаются шедевры. И посмотрите, как все это происходит. Казалось бы, доска, инструменты мастера. Леонид Михайлович, точнее, это не доска, а щит. Это большой щит, размеры 3x2. Это Киевская Русь. Искусство Киевской Руси необычайно интересно тем, ну, с точки зрения культуры и искусства, что здесь синтез языческих и христианских мотивов, которые больше никогда уже не повторились в истории ни русского, ни украинского искусства. Здесь древнерусский дух, здесь Древней Русью пахнет. Я думаю, друзья мои, вы сейчас тоже почувствовали этот древнерусский дух. И чтобы не прерывать этот дух и не прерывать эту потрясающую сказку, которая на ваших глазах становится былью, мы идем дальше и дальше будем смотреть красоту и впитывать гармонию и наслаждать свои сердца. Вы знаете, друзья мои, вот мы встретили директора муниципального коллегиума Сергея Михайловича, и, ну, как не спросить у него, что вот в стенах коллегиума размещена такая красота. Сергей Михайлович, совершенно потрясающие работы Леонид Михайловича, которые впитывают в себе не только историю, не только красоту, но они что-то еще несут. Как вы думаете, что? Так співпало, что Леонид Михайлович как раз вот так у нас вот перед нами став, и співпали наши бажання. Він каже, я готовий співпрацювати у школі. А ми кажемо, а нам це теж потрібно. І от уже практично більше 2 років Леонід Михайлович, крім того, що він прекрасний науковець, багато, ну, написав він стільки книг, монографій,
причому такого, ну, нестандартного рішення історії, релігії, релігіоведення. Це дуже, значить, таке сьогодні актуальне питання. Але от він сьогодні розкрився у нас у школі, він і до цього був, але в школі як художник. Як художник, який, ну... Як художник-майстер, так? Майстер, так. Да. Не просто, значить, стіни там оформить, там, чи що. Це вже не нове. Але от настільки в ансамбль нашої школи війшло його творчість, різьба по дереву, значить, різні, значить, я знаю, декоративні, художньо-естетичні такого, які показують і історію нашого краю, нашу культуру нашого краю, а зараз ми пішли історію і культуру України аж десь до Київської Русі. Ми, значить, те, що зробив Леонід Михайлович, значить, десятину церкву, значить, в хорошому розумінні, на дереві, значить, художньо. Я думаю, зараз приходить півміста і як приходять як музей. Все, що він зробив, він в хорошому розумінні подарував школі. Він каже, ну, в мене квартира є, ну, там же воно не вміщається. А це я даю, це буде його вічна пам'ять. І я розумію, ми будували школу, розуміємо, що вона комусь залишиться. Ми ж не вічні, з покоління в покоління. І ця вся його творчість, його талант буде передаватися з покоління дітей, батьків. К этому остаюсь только добавить, что я никогда не работала в такой благоприятной атмосфере. Полное взаимопонимание с Сергеем Михайловичем. Он мне доверяет, я ему доверяю. Сергей Михайлович поддерживает мои идеи. То есть для меня это самое комфортное условие. Леонид Михайлович, как-то получается, что работы, ручной работы, они... Как-то так у меня каламбур какой-то получился. Но тем не менее, работы ручной работы мастера, они действительно очень высоко ценятся, потому что они хранят в себе живую энергетику человека, который делал эти работы. И здесь, в стенах Николаевского муниципального коллегиума, очень много ваших работ. И вот, в частности, узоры Украины – это такие панно, которые вы вырезали, и это, я так понимаю, основные... цвета каждой области, да? Так, ну, во-первых, основная, вот в чем я вижу свою основную задачу в стенах коллегиума. Здесь неплохое оформление, фотографии хорошие, но не было ручной работы. Там, где нет ручной работы, ну, немножко слишком казенно, слишком официально, но когда появляется ручная работа, все преображается. Вот, например, я предложил Сергею Михайловичу цикл, это не панно, но цикл я назвал вышивок на дереве, которые отражали бы орнаменты основных регионов Украины. В коллегиуме здесь 3 этажа, на каждом этаже по 4 простенка, итого 12 вышивок. Это, кстати, это не резьба. Это сплошная работа красками. Я беру, есть у меня книга «Образцы орнаментов разных регионов Украины». Кстати, это потрясающее духовное сокровище Украины. Каждый регион имеет свой характер, выраженный в орнаменте. Если хотите, я могу показать в книге, внизу в моей мастерской. Так вот, я и решил, начнем первый этаж. Это Николаев, конечно, Херсон, Одесса и Полтава. Недавно я закончил. Второй этаж Запорожье, потому что там откуда есть пошла, ну, известная идея. Запорожье, Львов, Киев. И будет еще Подолье. На третьем этаже Черновцы, Закарпатье, Волынь. Леонид Михайлович, а давайте, знаете что, друзья мои, давайте посмотрим, мы все-таки живем с вами в Николаеве, и, конечно, ну, своя рубашка, как известно, ближе к телу. И давайте сначала посмотрим именно на панно. Это не панно. Не панно. Нет, панно это большое. Вышивка, да, это вышивка. Это я называю вышивка по дереву. Представляете? Вышивка по дереву. Так вот давайте посмотрим на вышивку по дереву, которая посвящена именно нашему городу Николаеву.
Но рассказывайте, Леонид Михайлович, очень такие веселые, яркие и какие-то жизнеутверждающие жизнеутверждающие, я бы даже сказала, рисунок. Николаевский, вообще-то классические цвета классической Украины, ядра Украины, это красный, это черный и красный. Знаменитая песня «Два колера мои, два колеры». Голубой, синий цвет появляется не везде, но для Николаева это характерные цвета. Характер орнамента геометрический. Я беру образец из книги, вношу что-то свое, если считаю нужно, что-то добавляю, что-то убираю. Но, в принципе, получилось действительно... Я согласен с тем, что вы сказали, да, жизнеутверждающе, ярко, оптимистично. Кстати, я даже не знала, что каждая область имеет свой собственный орнамент и сочетание, именно свое цветов, сочетание цветов. Сочетание цветов, фигуры, да. Но если посмотреть... Вот глядя на этот рисунок, видно, что здесь живут люди трудолюбивые, но добрые и светлые. Телезрители, вы со мной, конечно, согласитесь. Да, добрые и светлые. Кстати, я бы хотел отдельно оттенить значение белого цвета. Вот я неоднократно замечал, когда работаю с цветом, если нет белого цвета, то нет праздника. Появился белый цвет, появился праздник. А вот это, смотрите, вот эта вышивка наших ближайших с вами соседей. Я думаю, что вы уже догадались, о ком идет речь. Конечно, о Херсоне. Но здесь уже другие цвета. Посмотрите, телезрители, здесь черный, красный, белый. Такой немножечко, не то что агрессивный, да, контраст. Нет, ради бога, никакой агрессии, я не вижу никакой агрессии ни в черном, ни в красном цвете. Это напротив, это контраст, это жизнь. Такой собирательный как бы образ. Собирательный, да, согласен. В центре, повторяется чуть во многих регионах, в центре стилизовано солнышко. Так, ну а здесь разные дополнения. А вот смотрите, сверху вот этот выступ небольшой, это своеобразная увертюра. Там какие цвета? Черный, белый, красный. Вот они здесь тоже. Черный, белый, красный. И заметьте, друзья мои, если в нашей николаевской вышивке присутствуют три цвета – белый, красный и синий, то здесь тоже присутствуют именно три цвета – белый, черный и красный. Пойдемте еще. И Одесса. Одесса, Одесса, мама. Одесса, мама. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну, конечно, она словно невеста. Посмотрите, наша ближайшая соседка Одесса. Веселая, яркая и, какая-то она совершенно неповторимая. Да. Кстати, над этой вышивкой я работал целый месяц. Время работы зависит от характера орнамента. Чем больше сплошной заливки, вот как было в Николаеве, в Херсоне, тем быстрее идет работа. А здесь надо же было разместить все, потом каждую клеточку покрасить. Но зато какое удовольствие получаешь, когда все закончено, когда повесили. Но это же преображает весь интерьер. Кстати, когда появилась первая вышивка, уборщица сказала, что этот коридор стал звонким. Появился звук. Вместе с цветом появился звук. Из новых работ Леонида Михайловича, но это уже Полтава. Такая она по-девичье широкая. Посмотрите. Да, широкая, я бы добавил еще свободная. Широкая, свободная. Ну, традиционная, самая традиционная для классической Украины цвета черный, черный, белый, красный. У Полтавы есть растительные орнаменты, но растительный орнамент сюда не подходит. Здесь более органичен геометрический орнамент. А здесь смотрите. Да, я согласен, пожалуй, что здесь широта,
полтавских раздолий, полтавских степей. Да, согласен, согласен. Кстати, это тоже, опять видите, другой вариант солнца. Это же можно считать и звезда. Вот солнце, а это корни. Это корни. Солнце, корни. Все понятно, растет, все из земли, и над землей светит солнце. Дорогие телезрители, сейчас вашему вниманию мы хотим представить даму в голубом. Да-да, именно даму в голубом, потому что это вышивка на дереве Запорожского края. Это настоящая дама в голубом, да, Леонид Михайлович? Да. Ведь вы ничего не придумали, так оно и... Нет, я не мог ничего придумать, я вообще ничего не придумаю. Но когда я все это сделал, то мне вспомнилось, да и когда работал, то вспоминалась картина Сомова на конец 19-го, начало 20 века, художник, представитель серебряной культуры. Ну, есть у него хорошая, как и другие картины, «Дама в голубом». Вот эта вышивка для меня «Дама в голубом». А сейчас мы давайте посмотрим еще одну совершенно потрясающую вышивку. Я думаю, что вы не пожалеете, потому что здесь, на ней, это просто как птицы парят ввысь. Вот они улетают, улетают. А что это? Это вышивка Киева. Да, ваше сравнение с птицами, вылетающими птиц, пожалуй, тоже интересно, стоит подумать. Но для меня, когда я работал, было ясно, что это танцующий орнамент, это танец. Вот оно, извивает движение волнообразное, извивающееся, и тут платье развивается, одежды. А вот здесь, так сказать, динамика насыщена, а внизу все успокаивает, все. Очень динамичная основная часть и успокаивающая, спокойная, плавно текущая внизу. Это Киев. Основа должна быть крепка, спокойна и надежна. И есть у нас еще одна вышивка, которую я тоже хочу предложить, друзья, вашему вниманию. Это сейчас вы увидите, краски. Здесь уже совсем другие краски, да и город-то совсем-совсем другой. Да. Это Львов. Работа над орнаментами, я обратил внимание на то, что если смотреть на украинские орнаменты, узоры с востока на запад, то появляются новые цвета, новые фигуры. Вот классическая центральная Украина – это все-таки красная, красная, белая, черная, красная, белая, черная гамма. А если уже приближаемся к западной Украине, то там появляются малиновые цвета, оранжевые, коричневые, желтые. Вот, пожалуйста, здесь совершенно вот эта гамма не повторяется ни на одной из предшествующих вышивок. Здесь видите господство желтого, красного, черного. И немножко белого цвета. Но это контрастно, очень резкая, врезанная в этот регион цветовая гамма. Как из глубины веков что-то нам доносится. Да, да, да. Ну, я еще смотрю, когда подбираю орнаменты, смотрю, чтобы они не, чтобы меньше повторялись, чтобы на фоне других орнаментов тот или иной смотрелся оригинально. Ну, это ясно. Если сравнить с другими, Запорожьем, Киевом, то это выделяется, конечно. Ну, Западная Украина и Западная Украина. Конечно. Этот этаж будет завершать Подолье в красно-бело-черной гамме. Ну что ж, наш мастер в работе, как и любой настоящий мастер. Мастер всегда в работе. Як бачите, друзі, і, звичайна дошка в руках майстра може стати справжнім витвором мистецтва. Так вважає наш сьогоднішній герой, майстер і історик, кандидат філософських наук Леонід Шкаруба. Що день завтрашній нам готує? Почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 23 листопада – Родіона і Ераста. Ераст – міцний наст. На все гаразд, на хуртовину, холод і снігопад. 24 листопада Феодора Студита. На вулиці стає холодно
і сердито.